Сейдин хачую дучкани гуляхти ариаш лили гя. Мегиди, папа и мама когда я живет, что хар мы я летите. Мегиди. Вот с таких приятных подарков начался день в 5-й школе города Назрани. В рамках акции «Засветись» учащимся раздали светоотражатели, чтобы обезопасить детей на дороге. Многим ленты были в новинку, но не для Рамзана Цицкиева. Мальчик уже давно ими пользуется. Надевал куртку, а на куртку эту сюда повелся. И когда переходишь на дорогу, чтобы тебя водитель, который вот машина, чтобы тебя увидел и мог остановиться, чтобы не было аварии. Ребята обещали всегда носить светоотражатели с собой. И это неудивительно, ведь подобные цветные ленты не могут не привлечь внимание ребенка. Но это не главное. Их наличие на одежде поможет обезопасить маленьких пешеходов, что немного утешит как родителей, так и учителей, которые переживают за свое чадо. Тем более уроки во второй смене заканчиваются поздно. Мы каждого ребенка стараемся проводить до надземного перехода. Очень переживаем, пока вот не перейдут они через этот переход. Мы ждем, пока они перейдут, что вот видим, что они уже благополучно перешли и по тропинке пошли домой. Организатором акции выступила автономная некоммерческая организация «Созидание». Идея обеспечить светоотражателями детей появилась еще в 2015 году, когда в магазе насмерть сбили девочку. Но проект так и не удавалось реализовать из-за отсутствия средств. Мы в своем проекте выбрали браслеты, которые будут крепиться. Это браслеты длинные 30-35 сантиметров, будут крепиться на запястье. И короткие браслеты, будь то они будут крепиться на кисть ребенка или же на портфель, рюкзак ребенка. В раздаче лент им помогали волонтеры проекта. Это представители клуба добрых людей и волонтерского движения «Сподвижники добра». Они планируют обойти все школы республики и обеспечить детей светоотражателями. Почему мы выбрали именно школы? Мы выбрали школы, детей, которые возвращаются в сумеречное время или же в темное время суток. Это зачастую дети, которые учатся во второй смене или же остаются на продленку или посещают какие-то секции. Большую группу риска, конечно, попадают дети от с 1 по 7 класса, это дети с 7 до 15 лет. За счет светоотражающего эффекта ленты должны помочь предотвратить наезды на детей, привлекая внимание водителя на наличие ребенка на дороге. Хайди Бекбузарова, Хаваш Гойгов, Новости 24.